Всем привет! Сегодня у нас будет замена двигателя на пылесосе Мирка. Кто узнал, это пылесос Nilfix, он же Makita 2512. Как он правильно? VC2512L, а здесь он DE1025L. 1000 ватт. Внутри, кстати, вот так каждый бы приносил, все чистенько, и фильтрик он чистенький. Давайте его включим. Запах пошел сразу, ну и шум слышен. Разбирается он так же, как и Makita. Сначала вот здесь ручку снимаем и откручиваем здесь два винта торксом. Снимаем теперь ручку. И теперь можно вот здесь поддев. Щелки у нас. Или и теперь можно спокойно вот верхнюю часть снимать. Цепим резинку. Пылесос работает в кузовном цехе в автосервисе. Поэтому вот это мы пропылесосим, конечно. Только длина есть еще поменьше, вот двухлитровый, но это стандартные, это полторашки, вот эти вот, если пылесосим. Мы... Ну и теперь откручиваем вот здесь винты. Раз, два, три, четыре. Шнур еще откручу. Вот еще пятый. То же самое, хороший это вот здесь, пылесосили, это вот здесь. Винты открутили, также можно электрическую часть сразу отделить и убрать. Она вот здесь зацепляется и все. Таким образом. Можно, конечно, снять кабеля отсюда. Здесь нужно обрезать стяжку. Мы не будем этого делать, мы сейчас поднимем и снимем клеммы с самого двигателя. Вот так я его перевернул. И теперь аккуратно вот здесь вот нажимаете на язычок. И клемма достается. Теперь их можно спокойно снять. И вот он наш движочек. С него что-то высыпается. Сейчас мы его пропылесосим. Ну и все остальное тоже пропылесосим. Почистим. И сравним двигатель макитовский, который идет к Makita, и этот. Кстати, видите, здесь двигатель уже был когда-то установлен, и установили его неправильно, замяли резинку нижнюю, и стоит здесь на 1,5 киловатта, хотя должен стоять на киловатт. Вот коробка от макитовского на киловатт. Вот он, там двигатель. Словения, фирма Домель. И у него в комплекте сразу идут вот эти две прокладки новые. Я их, конечно же, поставлю. А этот движок у нас
неизвестной фирмы. Вот, артикулы можете посмотреть, что это за мотор. EC07V139F. Вот так выглядит схема, плата точнее. Она ничем не отличается от макитовской. Все почистили и устанавливаем на место новый. Прокладка новая встает, как тут и было. Включаем для проверки. Проверяем питание от инструмента. Все работает. Короче, это дешевый китайский двигатель. В районе там 2500, 3200 он стоит. Макитовский, конечно, 7500, по-моему. В районе таком.